Друзья, всем добрый вечер. У нас, правда, вечер. То я обычно с утра все снимаю, а сейчас вот время, наверное, 7 часов вечера, я только вышла на улицу. Днем у нас очень сильная жара, невозможно вообще выйти на улицу. Эту неделю всю обещают жаркую. Прям вот сегодня было 32, завтра будет 33. Дальше не знаю, наверное, также будет жара стоять всю неделю. Ну а там не знаю, как будет, как Бог даст. Я здесь мою помидорки, сейчас буду вялить их в сушилке. Вот, все я перемыла. Это у меня черный гроздевой сорт называется. Я специально его выращиваю завяливать. У меня есть рецепт. Вот здесь оставлю ссылочку наверху. У меня там есть рецепт, как вялить помидоры. Я в том году делала. Очень вкусно получается. Просто бесподобно. Но нужна сушилка. У нас уже солнышко село. Прям вот-вот уже и стемнеет. Достала свою любимую сушилочку. Здесь у меня до 70 градусов. Вот я на этой скорости, на этой температуре, то есть и буду сушить. Можно на 50, на 60, но я сначала поставлю на 70, а потом буду уменьшать. Эти в заморозку пойдут. Эти сейчас буду резать напополам. Спелые, приспелые вот такие отберу, выдавлю семена. Я с них собираю свои семена. Они очень сладкие. Сейчас смотрят мое видео там на канале. Очень много вопросов задают. А можно ли зеленые? А можно ли... Вот, видите, какие мясистые. У них я ничего не вырезаю. Вот эту серединку я не вырезаю, не удаляю. Она нежная, мягкая. Ну вот желательно вот эти вот сорта, сливки брать, где мало мякоти. А, вот хотела еще посмотреть вот этот дрова. Но он у меня что-то маленько тут вот уже, видите, подпортился. Видно, переспел. Сейчас я отрежу вот этот вот жопку и посмотрим. О, тоже пойдет, видите? Но они очень огромные. Мне кажется, их надо вот так вот пополам порезать. Вот я его порежу пополам. Посмотрим, как эти дрова будут вялиться. Это тоже новый сорт помидор. Ну, здесь вот тоже мякотки много, в принципе. Ее вот некоторые советуют вот так вот убирать. Вот. Убрать и все. Здесь вот ее нету. Немножко только и все. Вот. Вот так можно. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Вот с этих дров уберу вот эту вот серединку. Вот, отдельно. А со своих, вот этот черный гроздевой, я не убираю. Здесь оно и так все. Очень они нежные-нежные. Кстати, тоже можно собирать свои семена. Я собираю свои семена. Задают вопросы, можно ли на солнце, можно ли в духовке. Не знаю, не могу сказать, потому что я не пробовала. Я делаю только в сушилке. А в духовке там или на солнце, без понятия. Не могу вам ответить на этот вопрос, так как врать не буду, сама не делала. Навялим помидорок, а потом начнем делать паприку со сладкого перца. Тоже сушу на сушилках на этих. Тоже задают много вопросов в комментариях. Нужен ли определенный сорт? Вот, если честно сказать, я сушу красный, сладкий, толстые стенки, чтобы были. Это самое главное. А определенный сорт, это я уж не знаю. Я не специалист. Я делала в том году первый раз. Мне очень понравилась. Паприка очень душистая. Не то, что там покупаем в магазине какой-то крашеный мел. Ну вот, смотрите. Какая красота, да? Первый листик у меня готов, первый кружочек. Вяленые помидоры я потом добавляю, базилик перекладываю, когда уже высушу, чесночком перекладываю и заливаю горячим кипящим маслом оливковым, ну, можно любым. Вот, и все, и в холодильник, под крышку и в холодильник. Вкуснотища необыкновенная. Помидорки должны и не переспелые, и не зеленые, а такие вот в меру спелые. Ой, зато так хорошо, так прохладно. Ой, а цветы, посмотрите, как красиво ночью смотрятся. Обрезала свои петуньки. Буду черенковать. Сейчас вот они должны отрасти у меня. Вот, все сорта обрезала. Уже 8 часов вечера, я все колочусь. Помидор еще много остается у меня. Но я буду по мере высыхания добавлять. Еще один кружочек нарезала. Вот так потихоньку и переделала. Остался один еще кружочек. Готов и пятый кружочек у меня. Здесь порезала кое-где из зелененьких. Попробовала, они до того сладкие. Осталось у меня вот здесь вот немножко. Но это когда эти будут подсыхать, я буду сюда добавлять их. Все, ставим на сушку. Сушить поставлю в доме, на кухне, потому что на улице опасно. Там хоть под присмотром, а уже на день вынесу на улицу сушилку. Пусть сушится дальше. Прошли у нас сутки, сейчас посмотрим, что же у нас тут, как оно тут все у нас завялилось. Так, это самый верхний. Сейчас убираем его пока. Это второй. Это третий от верха. Четвертый. И пятый. Вот смотрите, как хорошо, меняем местами. Но еще не до конца все это засушилось, завялилось. Должно быть все сухо. Влаги не должно быть. Когда нажимаешь пальчиком, не должно быть влаги. Есть пока еще есть влага. Еще сушим, но поменяем местами. Так, а это у меня сорт дрова. А дрова готовы, потому что нет здесь семян. В общем, вот дрова отлично подходит, отлично для завяливания помидор. Теперь на самое дно, на самую печку ставим самое-самое плохо, которые завялились. Следующий. И так далее. Хорошо поправляем, накрываем крышечкой. Все, пусть вялится дальше.